рычат и кидаются. Около 20 собак держат в страхе жителей улицы Косарева в Челябинске. Накануне люди стали свидетелями того, как животные загрызли дворового пса. Отлавливать собак пока некому, полномочия МУП «Горэкоцентр» истекли, а новый подрядчик пока не приступил к работе. Организация заключает договор аренды на ветприемник, сообщают в администрации города. Так что стая агрессивных собак пока будет расхаживать по улицам Челябинска.